Смертельное ДТП в Пластовском районе. Водитель выехал на встречку и совершил столкновение с большегрузом. От полученных травм владелец легковушки и его 17-летний пассажир скончались на месте. Все подробности жуткого ДТП в репортаже. С пострадавшими 100%. Пострадали, да? Это ДТП произошло ранним утром на 53-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. 30-летний мужчина управлял «Ладой Ларгус» и пошел на обгон. Причем на участке, где это было разрешено. Но, видимо, не успел вернуться в свою полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 42-летний мужчина. Все, кто находились в отечественном авто, погибли на месте. Водитель и его 17-летний пассажир. Под Челябинском погиб велосипедист. Как он попал под колеса Mitsubishi Lancer, выясняется. Иномарка двигалась в попутном направлении. Личность погибшего пока не установлена. Известен только примерный возраст. На вид велосипедисту 35-40 лет. А это снимки сделаны после ДТП. Ищут свидетелей аварии, которая произошла на 84-м километре автодороги Иртыш на трассе Челябинск-Омск. Водитель скрылся с места столкновения. Челябинск, проспект Победы. Кадры с камеры уличного наблюдения. Audi идет на поворот и совершает столкновение с маршруткой. ДТП случилось 27 августа. Сейчас по факту этой аварии проводится проверка. На перекрестке Курчатова и Воровского произошла авария с участием иномарок. На месте работали медики. Видимо, оказывали первую помощь пострадавшим. А это Курчатовский район. Перекресток проспекта Победы и улица Чайковского. Легковушка пошла на поворот и совершила столкновение с другим авто. Кто прав, кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.